Сегодня хочу приготовить тортилу, цветную тортилу из овощей. У меня тут картошка, паприка нарезанная кубиком, горошек, 4 яйца. Взбить их, добавить 100 мл сливок, 100 мл молока и тертый сыр Гауда. Сначала я картошку и паприку немножко обжарю на сковородке, потом добавлю горошек, а потом покажу, как дальше. Вот эта красота у меня жарится. В это время я взбиваю яйца, добавляю молоко, добавляю сливки, соль и перец по вкусу и потом сыр туда. Красота, это поджарилась, добавляем горошек, прям замороженный. И заливаем все это дело смесью яичной. Я что-то уже представляю, что потом перевернуть будет трудновато, у меня сковородка прилипает дно. Да, сковородка меня это конкретно подвела. Тут должен был быть блин, получиться блин, а получилась какая-то яичная масса. Я попробовала, это тоже вкусно, и мы это съедим. Но оно не было так задумано, дурацкая сковородка. Все, я на тебя разозлилась. Это оказывается так вкусно. Рекомендую приготовить. Интересно, если мужу не говорить, что не получилось блюдо, может, он не догадается, может, и подумает, хотела омлет с овощами сделать. Я раньше никогда не страдала перепадами веса, скажем так. Никогда не худела, не толстела. Всегда была в одном весе до первой беременности, вообще никаких проблем. И когда мне было 23 года примерно, вроде бы, я пристрастилась к тому, чтобы слушать аудиокниги. Мне до сих пор нравится, это, можно сказать, мое хобби. Обожаю. Каждый день слушаю обязательно онлайн книжки. И тогда мне на глаза попалась книга, которая меня заинтриговала, потому что у нее такое название громкое было. «Легкий способ сбросить вес». Хотя мне этого было не надо, мне стало ужасно любопытно, какой же это способ, чтобы на всякий случай знать. Ну или, если не понравится, то... Ну, интригующее название, правда? Вот, я прослушала эту книгу. В ней очень много воды. То да потому. Сравнение зависимости пищевой от зависимости никотиновой. Чисто американский такой подход, как мотиватор. «Я смог, и ты сможешь. Я раньше был таким, как ты, но я нашел свой путь. Попробуй, у тебя получится». Такого рода. И книга идет, я там что-то делаю, по-моему, документ сортировала. Она рассказывает, уже полкниги по времени прошло. И я думаю, ну когда же ты уже начнешь свой метод рассказывать? Уже интересно, метод в самом конце такой он рассказал в действительности. Говорил о том, что большие концерны делают нам головомойку, убеждают нас, что нам вкусно то, что они хотят нам продать. Но, по сути, головомойку, по-моему, это он делает, автор этой книги, потому что рассказывает такие вещи, что мясо – это такое зло для нас, молоко – это еда для телят. Ну, что-то рациональное в этом есть, конечно, насчет молока, но столетия уже показывают, что для людей это тоже вполне себе еда. Вот. Да, мясо неестественно для людей кушать, и это такое зло, и прочее, прочее. И насколько себя лучше чувствуешь, когда не ешь мясо. И к чему сводится весь этот способ? Да вообще, пепе. Правильное питание. Кушать много овощей и фруктов, орехов, там, не знаю, грибов, что можешь. И поменьше всякие фастфуды и неполезные штуки. Тогда, в то время... В комментариях его закидали гнилыми помидорами. Никому не понравилось или редко кому понравилась эта идея. Но он похудел на 10 килограмм, сам рассказывает. Конечно, это способ, конечно, это все хорошо для здоровья. Но общество было, наверное, не готово в России к такой книге. Сейчас на Ютубе очень много пропагандируется здоровый образ жизни, правильное питание, очень много рецептов. Все сводится к тому, что все-таки вот в основном надо фрукты и овощи кушать. Ну и мужик рассказывал так, что там на завтрак он ел фрукты, орехи, днем ел салаты, наедался он, прекрасно себя чувствовал. И причем способ подразумевает, вы будете кушать то, что вам нравится, то, что вы любите,
и все равно будете худыми и стройными. Вот. Но по сути получается, что когда ты часто что-то кушаешь, то тебе начинает это нравиться. Это есть, это правда. И если ты все время кушаешь фрукты и овощи, то потом тебе это и нравится, и ты это с удовольствием кушаешь. Я, если вечером я кушаю салат, овощной салат, то, естественно, я чувствую себя прекрасно, я чувствую себя легко. Вроде и голода нет, но в то же время ты такой легкий, ты побежал и начал делать дела. Единственная загвоздка в том, что голод быстрее приходит, и потом опять хочется кушать, и вечером надо держать себя в руках. Вот так, хотела вам рассказать, порекомендовать эту книгу, хотя это правда, это надо где-то через себя переступить, чтобы прочитать или прослушать до конца, довольно нудноватое начало, и просто она такая спорная, да, тогда не зашла, у меня тоже такое отчуждение было от этой книги, ну какая фигня, о чем он вообще говорит, это не ешь, то не ешь, жри одни салаты и будешь худенький, ну конечно будешь худенький. Вот, а сейчас-то, сейчас уже понимаешь, что вот что-то в этом есть, что-то есть. Напишите в комментариях, как вы вообще увлекаетесь правильным питанием, такими правильными рецептами. Не успела заснять. Две, поворот. Трудно поворот, да? Две, поворот. Молодец. Один, два, один. Сделали самые классики. Дома? Один. Два. Вот из такой малярной один. Ленты. Два. Она учится прыгать у меня. Пока что такие маленькие классики. А, вещи все с блошиного рынка. Поворот. Фитофломарт. Почти все вернулось. У меня мало того, что купили. Один. Два. Один. Молодец. Что-то девочка не в настроении больше, хотя сидит всего 3 минутки, наверное, здесь. Вернулся папа с покупками, хотела заснять. Вот это все примерно за 90 евро купил. Но это даже не недельные покупки, а это так, наверное, на что аппетит был. Ну, молока точно на неделю, а то, может, даже больше хватит. Кофе нам пока не надо было, но раз купил, наверное, было в Ангиботе, то есть со скидкой. Раз показывала, но еще раз покажу. Вот такое кофе мы любим. Кафе крема Фольмендиг от Чибо. Очень вкусное. После него никакое другое не хочется. Какао это для Эммочки. Это у нас папа студент. Это он любит острое и солененькое. Это понятно? Мы все очень любим вот такой сыр. Выпекаешь в духовке, он плавится внутри. Такая вкуснятина. Хлебом туда помогать. Сыр на завтрак. Печенье. Кто-то, похоже, голодный. У нас не только печенье, но и пирог. Вот такой пирог состоит из 3 сортов пирога. Масло брецельн. Брецельн. В России бывают брецельн вообще вот такие? Это выпечка такая щелочная и посыпанная крупными кристалликами соли. Это очень вкусно. Тертый сыр. Творожок. Во, вот такие я ему заказывала. Сначала он их не нашел, где их купить. В Эдеке. Купил. Это овощные фрикадельки. Очень вкусно, даже не для невегетарианцев. Так, это креветки, все понятно. Кукуруза. Мы в салат любим кукурузу ложить. Попросила купить зелень. Я думала, у турков купить. Там такие пучки хорошие. Ну, ладно, такие. Они, блин, в магазинах они дорогие и очень маленькие. Это мы очень любим салаты делать. Томаты, мак, что-то... Вроде я не заказывала, но купил. Ну ладно, часто готовим что-нибудь, пойдет. Вот такие вот покупки. А, папа, еще кюхенпапье, туалетнапапье. Kann ich was zum Essen haben? Ты проголодалась, детка? Auf den Weg essen. Окей, а что ты хочешь? Я хочу вот такой апель. Целое? Ага. Я его помою, вытру, и ты возьмешь, окей? Ага. А еще надо шлем одеть.
Сегодня Эмма первый раз на велосипеде поедет. В этом году первый раз. Сейчас они его из келлера достают. Сейчас я тебе помою. И на коленки. На коленники хочешь? Да. Яблочко помыть надо. Тут, оказывается, из сумки еще не все достали. Виноград, клубника. Клубника на удивление вкусная. Она и пахнет хорошо, и на вкус ничего так. Вот такой салат нам понравился. Совсем обленились даже помыть самим лень и нарезать листья салата. Ну и картошка. Вот и все. В прошлый раз стиралась, попробовала вот такие вот поды от Шпее. Они значительно бюджетнее, чем от Ариэль. И особо разницы не заметила. По крайней мере, детская одежда, все, что обычно бывает, вот пятна от соуса на кофточках у Эммы, все стиралось. Сегодня хочу опять стирать. Буду стирать свое покрывало, которое буду продавать. Постараюсь продать. Оно хорошего качества, но так что оно темноватое для меня. Большое, приятное, легкое, но... Ну да, в общем, постараюсь продать недорого. Отправляю все в машинку. Штучки это немножко другие вот такие там. А еще мы сегодня готовим рыбу. Рыбу запекла в духовке, картошка отварная и салат к этой еде. Эмма от салата отказалась, кстати. Ты оливку съела, да? Окей. Я часто смотрю на ютубе видео про маленьких детей. Меню ребенка там, не знаю, в полтора года на день. И так каждый день, всю неделю. Вот. Прям так интересно, мамы. Привет! Мамы заморачиваются, такую хорошую, полезную еду дают. Все так отлично, только интересно, сколько же ребенок из этого съедает. Потому что обычно порции такие кажутся. А может, что это передний вид, а там задний план и... Только кажется большими. Ну, в общем, вот, интересно, сколько съедает ребенок. То, что мне кажется, в том возрасте Эмма столько не съела бы. Посмотрим, сколько будет Лаура съедать. Ты всем передаешь привет? Окей. А на десерт у нас вот такой вот Биненштих. Ну, я покупала замороженный просто, он у нас размораживается. Ты тоже хочешь всем привет передать и поцелуйчик? Ну, давай. Машинка постиралась, Лауру подвязала в слинг. Я не знаю, как мне с двумя детьми уйти, белье вывесить. Наверное, это будет героический поступок. Может, погуляем заодно. На улице хорошая погода. Все, развесила. Благо, белья немного, наклоняться не часто пришлось. Эмма решила дома остаться, мы с Лаурой вдвоем. Лаура в такой смешной шапке. Симпатяшка. Мы сегодня украшаем опять комнату традиционно, как каждый год. К Пасхе Эмме сделаем зайчиков на окно. Эмма рисует старательно хвостики. Вот этот хороший, молодец. И Лаура с нами, но у нее очень плохое настроение. Она у меня что-то не спит весь день. Она минут 10 поспала сегодня, и все. Ну как, с мамой рядышком, может, и подольше, но маме совсем некогда. Итак, зайчики. Раньше я ушки отдельно наклеивала. Это чтобы Эмма училась клеить. А сейчас мы так прям контуры нарисовали с ушками такими. Вот что у нас получилось. По-моему, милота, милота. А посмотрите, что у меня преступник. Преступник, заяц-преступник. Ух ты. А там тоже преступники. Еще пару недель назад показывала в Инстаграм, вот такие вот гирлянды мы повесили Эммочке на дверь. Но их мы покупали, они уже готовы, с хвостиками были. Хвостики регулярно отпадают, мы их опять приделываем. А так тоже, по-моему, симпатично. Да будет такой. Вот такой зайчик. Такой красивый, мам. Угу. Прыгает. Ага. Зайчик, попрыгайчик. Еще я все вынашиваю планы, как бы мне... сесть поудобнее и снять видео про мои роды. Мне нужна будет спокойствие, тишина, чтобы все вспомнить и не спутаться. И рассказ, наверное, будет длинный, как всегда. Это обычное дело в родах. Вот. Но хотела вам предложить. Давно у нас не было видео вопрос-ответ. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, любые, задавайте в комментариях. Тогда я сделаю такое видео.
я уж прям соскучилась, потому что некоторые из вас контактируют меня вне Ютуба, какие-то личные разговоры, сообщения между нами. И такие интересные вопросы бывают, что я думаю, Эмма пришла. Эмма, мы вообще-то заканчиваем наше видео и прощаемся со зрителями. Эммочка у нас на больничном сегодня, она 3 дня в садик не ходила. Нет. Голова болела. И голова не болит. Сейчас не болит, и мочки уже лучше. Завтра пойдешь в садик. Вот, давай попрощаемся со зрителями. Так что пишите ваши вопросы в комментариях. И до следующего видео. Пока-пока. Эмма вас обнимает, целует. Ставьте лайки. Пока.